Привет, девчонки и мальчишки! С добрым утром, дорогие друзья! С наступающим всех Новым годом! Эх, Каркуша, как же я люблю вот эту всю предпраздничную суету! Ой, я тоже! Подготовка подарков, украшение дома, аромат мандаринов! И главная героиня – красавица-елка! Да-да-да, обожаю ее наряжать! Сегодня будем мастерить новые елочные игрушки из подручных материалов. Отлично! И что же нам понадобится для работы? Нам понадобятся палочки от мороженого, вата, клей-пистолет, краска красного цвета, треугольник из блестящего материала, он у меня уже с петелькой, помпончики, пуговицы, кисточка и пластиковые глазки. Ой, с чего начнем? Первым делом положим палочки вплотную друг к другу. Вот так. И приклеим к ним вот эти половинки с помощью клея-пистолета. Одну чуть повыше, другую чуть пониже. Вот здесь. Так. Беру половинку, наношу клей. Ребята, а вы будьте осторожны. Клей в пистолете очень горячий. Лучше попросите взрослых вам помочь. Так. И приклеиваю сверху. Вот что у нас получилось. Это похоже на маленький заборчик для малюсенького кукольного домика. Действительно, Каркуша, ты права. Но это оборотная сторона поделки. Мы приклеили эти короткие палочки, чтобы основные длинные не разваливались и держались вместе. Ясно. А что дальше? Переворачиваем гладкой стороной кверху и красим палочки ровно до середины. Понятно. Одна половинка будет красной. Угу. Готово. Нужно немного подождать, чтобы краска высохла. Молодец, Каркуша. Краска почти высохла, и сейчас приклею к верхней части треугольник с петелькой. Что скажешь, Каркуша? Есть мысли на этот счет? Что же у нас получится? Так, кажется, есть. Это же колпачок и красная шубка. Неужели это сам Дедушка Мороз? Да, Каркуша, угадала. Класс! Краска подсохла, и теперь в середине белой части приклеим глазки и красный нос из помпончика. Белый помпончик. На колпачок. Сейчас приклею второй глазик, и ты все увидишь. Как симпатично. Только наш дедушка пока еще слишком молод. Не хватает бороды? Да. Сейчас мы это быстро исправим с помощью ваты. Еще небольшим кусочком украсим нижний край колпачка. Беру немножко ваты, капаю. Формирую бороду. Так. Ух ты! Еще несколько пуговок на шубку и вуаля!
Так одна пуговка есть. Вот, теперь это настоящий Дедушка Мороз. Здорово получилось! Ребята, попробуйте. У вас тоже обязательно получится украсить свою елочку замечательными игрушками. Например, дома я по такой же технологии сделал симпатичного снеговика. Какой смешной! А я еще Снегурочку попробую сделать. Поможешь? Обязательно, Каркуша. А у нас на сегодня все. До новых встреч! Следите за выпусками мастерской и присылайте фото своих работ. Адрес внизу экрана. Увидимся на канале «Карусель». С наступающим Новым годом!